Сегодня, 5 июня, совместно со сводным отрядом Октябрьского района мы планируем провести акцию «Дети детям». В рамках данной акции мы планируем покрасить спортивное оборудование на детской площадке, находящейся по адресу Терешковой, 30. Данная акция проводится совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних Октябрьского района города Витебска. Мы любим гулять на улице, и мы рады, что у нас будут яркие качели, яркая горка, яркая площадка для футбола. Спасибо волонтерам за это.